Знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 30 лет, рост 167 сантиметров, вес 57,1 килограмма. Профессиональный рекорд 5 побед, только одно поражение, 4 победы одержаны досрочно. Дамы и господа, представляющий Red Eagles из Козыла Республика 2, Иркит Офенчи! Его соперник красного угла клетки. Ему 26 лет. Рост 170 сантиметров, вес 57,1 килограмма. Профессиональный рекорд 6 побед. Только одно поражение, 4 победы досрочно. Он представляет школу Абдулманапа Нурмагомедова из Махачкалы. Фатон Ислам Магомедов. Рефери поединка Максим Протасов. Сетки, не подходим. Капа. Капа. Ждем. Выходим. Не торопимся. Сетки, отойди. Ждем. Время. Судьи! Готов? Готов? Бой! Первый раунд! Работаем! Минута, Минута,
Проваливаться, раз, два, нога. Чуть поактивнее, чуть жестче. Давай, нога хромает, а ты оставляешь. Дернул, раз, два, нога. Или просто перекройся, клуб, жестко джеб, нога. Потом начинаешь лестницу. Понял? Понял ты? Понял? Давай. Дави, давай, дави. Закрой полностью лицо и дави. Бьем. Дарфой храм. Разворачивайся! Оло! Эрхи! Давай, Эрхи! 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 Эрхи!
Поднимайся, 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 разрывай запор! Разрывайся, Ислам, спину не дай! Вот так, поднимись, 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 поднимись! Поднимись, поднимись, поднимись! Стань, стань, разрывись к нему! Не давай, не давай, не давай! Кисти, кисти, кисти! Ладно, на метку дам! Ладно, ты жиришь, я не кто-то, кинач! Давай! Секунданты за клетку. Выходим, парни! Ребят, либо мы продолжаем, либо выходим. Продолжаем, выходим, значит, с клетки. Не торопись. К сетке отойди, стой там. Выходим. Виталь. К сетке. Третий раунд. Сейчас ждем. Готовы! Бой! Третий раунд! Наоборот, двигайся! Наоборот, наоборот! За заднюю руку! Давай, давай, давай! Попробуй встретить заднюю руку! Руками, чисто руками! Руками, чисто! Полный круг! Давай! Надо ложиться!
Работай сам, руками просто, кидай. Дамы и господа, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции просьба быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Спасибо за понимание. Все, концовка уже. Да, слушай, садись. Все. Все.
Итак, дамы и господа, по завершении трехраундового боя и единогласным решением судей победу одержал Иркит Афенчи! Республика Тыва! И аплодисменты его сопернику Исламу Магомедову. Общее фото, друзья. Фото с командой. Сделайте фото. Ура! Ну, да, да, да.